Здравствуйте, и снова это Культ Анонс, и снова мы рассказываем о самых интересных событиях будущей недели. Поехали! Культ Анонс! На площади Ленина открыт для посещений. А с 1 по 31 декабря в галерее Паршина начинает работу выставка Босха и Брейгеля. Спешим посетить. В понедельник, 6:30 вечера, бенефис Владимира Петренко. 50 – это не возраст, а объем. А в 19:00 театр «Гостиная гармония» в Центральной библиотеке ЦБС показывает свой премьерный спектакль «Повести Белкина. Метель. Барышня-крестьянка». Во вторник театр «Гармония» традиционно повторяет свой спектакль для тех, кто не успел посмотреть его в понедельник в 16:00. В 19:00 рок-группа «Нервы» отыграет свой сольный большой концерт в Ставрополе на Абрикос-арене. И в это же время в ДДТ Московский современный художественный театр покажет свой спектакль «Раскольник офф». 1 декабря, зима, в 10:00 в библиотеке филиале номер 12 вас ждут на праздновании своего юбилея. В 11:00 в театре кукол мастер-класс Игоря Каспарова «Секретики театра кукол». В 18:30 в академическом театре драмы премьера спектакля «Знамя Победы». В 19:00 в Ставропольском дворце детского творчества музыканты групп «Северный флот» и «Король и Шут» представят свой двойной альбом «Тодд» в оригинальном звучании. Четверг, 18:00 в театре кукол спектакль «Машенька и медведь». А в театре драмы 18:30 спектакль «Соколы и вороны». Пятница вновь театр драмы, 18:30 спектакль «Маскарад». А в 20:00 в антикафе «Квартира» традиционная игра «Мафия». А теперь о выходных. Суббота в 11, 14 и 17:00 в театре кукол спектакль «Аистенок и пугало». 18:30 театр драмы спектакль «Энергичные люди». А в 7 вечера всех ждут на гастроужине в кафе «Сойка». Воскресенье 11 и 14:00 спектакль «Бармалей» в театре кукол. 12:00 детский кулинарный мастер-класс от ресторана «Пепперони». 15:00 музей изобразительных искусств концерт «Акапелла» новая программа. А в 7 вечера на Абрикос-арене большой сольный концерт группы 20 Tokens. А в кинотеатрах Ставрополец и этажи новинки кинонедели. Мультфильм «Энканто» и фильм «Охотники за привидениями. Наследники». Каждый раз мы стараемся находить для вас что-то интересное. Помогайте нам, пишите нам в директ, отмечайте нас в историях, и мы будем еще круче. С вами была Мария Миронова. До скорых встреч. Пока-пока!